Всероссийская общественная организация «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой по созданию садов памяти. В России и в Содружестве независимых государств будет высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. Акция «Сад памяти» проходит и в Славянском районе. Чуть больше месяца назад жители поселка Забойского отмечали освобождение от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 77 лет назад, в феврале 1943 года. В Забойском сельском поселении бережно относятся к сохранению памяти о подвиге фронтовиков. И во всероссийской акции «Сад памяти» приняли активное участие и ветераны, и молодежь. Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» выступила с инициативой создать каждому, кто приближал победу, живой памятник, высадить по всей стране 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионов погибших. Сегодня мы делаем благое дело. Мы оставляем память нашим детям, внукам, нашим потомкам. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась победа нашему народу. И сегодня, в преддверии Великой Победы, в юбилейный 75-й год, мы должны помнить, мы не должны позволить переписать историю. Право высадить первое дерево было представлено труженикам тыла. Затем и все собравшиеся приняли участие в акции. Неравнодушные люди пришли посадить саженцы, приобретены саженцы липы и березы. Сад памяти высадили в память о погибших в Великой Отечественной войне. Жители, как вы заметили, и млад, и стар пришли, труженики тыла пришли, волонтеры, казаки. Для подрастающего поколения посадка деревьев – это знак уважения к памяти прадедов-фронтовиков. Мой прадедушка мужественно сражался в Великой Отечественной войне, и я помню и его подвиги. И в Рисовом сельском поселении его жители пришли в парк к памятнику героям Великой Отечественной, чтобы в год памяти и славы вспомнить своих павших в сражениях земляков и высадить в их честь деревья. Ветераны не могли не принять участие в акции. Труженики тыла, ветераны пришли на эту акцию, мы высадили 27 деревьев. Честь – это знаменательной даты. Акция «Сад памяти» объединила жителей всех поколений, тех, кто неравнодушен к нашей славной истории. Нам парк наш очень дорог. Мы проводим здесь митинги. Мы гордимся своим парком. Стараемся всем поселениям выходить, проводить здесь субботники, то есть облагораживать территорию парка. Желаем, конечно, чтобы парк наш расширялся, становился красивее. Пройдет время, и здесь вырастут очень красивые деревья. И мне будет приятно сказать то, что я принимал участие в высадке этой аллеи. Пройдут годы, и миллионы деревьев по всей стране вырастут и будут напоминать всем, что нет ничего крепче благодарной человеческой памяти. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».